Найдите площадь прямоугольника ABCD. Размер каждой клетки 1 см на сантиметр. Ответ дайте квадрат сантиметров. Что ж, решать эту задачу следует следующим образом. Необходимо определить величину вот этих сторон AB и, соответственно, AD. Вот. Находить их следует из соответствующих треугольников. Допустим, рассмотрим, чему будет равня сторона AB. Для этого я нарисую тот треугольник, который следует рассмотреть. То есть вот этот и вот этот. То есть этот красный треугольник следует рассмотреть. Для того, чтобы найти величину стороны AB. Определение будет прямоугольным. Величина AB будет выражаться как произведение катетов вот этого вот катета. Сумма квадратных катетов этого и вот этого. То есть 4 плюс 1. Это будет у нас равняться как корень из 5. AB. Теперь рассмотрим другой треугольник. Вот этот вот. Синенький. Из него найдем AD. И синенький треугольник. AD. AD в этом случае будет равняться также сумма квадратов катетов равняется гипотенузе. В нашем случае AD это гипотенуза. И AD у нас будет равняться как квадрат этого катета. Длина этого катета 4 клетки. Квадрат будет равняться 16. Длина этого катета 2 клетки. Квадрат 4 плюс 4. Это будет равняться корню из 20 или корню из 5 на 2. В результате чего площадь прямоугольника, обозначенного здесь, равняется AB на AD. Это будет у нас равняться корень из 5 на 2 на корень из 5. Ответ пишем 10. Вот и все. Спасибо за внимание.